В республике Чувашия все еще не удается выйти на плановые показатели вакцинации от коронавируса. По последним данным оперативного штаба, в регионе 62 новых случая заражения, 6 человек умерли. Ситуация по стране в целом внушает серьезные опасения. Зафиксирован значительный рост смертности от COVID-19. Не отходя от рабочего места, от трубы в данном случае. На прививку становись, даже команду давать не пришлось. На укол в очередь. Мы были в очень многих, во многих предприятиях, мы в день ездим по 3-4 предприятия. То есть в каждом предприятии приблизительно по от 50 до 150 до 200 человек бывает. Также мы ездим и в лечебные учреждения. Сейчас идет очень активная вакцинация на предприятиях, потому что это очень актуально, очень удобно. Перед прививкой в комфортных условиях и давление измерят, и температуру, а потом укольчик сделают. Желающих много, это понятно. Статистика неумолима. Если температура 37 повысится, боль в руке, вы можете выпить невинсин, ибупрофен, противовоспалительные препараты. Но как бы не были страшны шприцы, выходят из кабинета все довольные и счастливые, потому что знают, теперь-то уж им никакой ковид не страшен. Прививку решил сделать, потому что у меня дома маленький ребенок, семья. Я беспокоюсь за здоровье семьи. Все-таки коллектив большой у нас здесь. Я и сам сомневался, честно говоря, прививку делать. Но знакомые делали, вроде все нормально было, ничего страшного. А так сейчас сделал прививку, даже не больно было. За кампанию по вакцинации в Чувашии прививку поставили 180-10 тысячам человек. Темпы с каждым днем наращивают. Для сокращения времени нахождения работников на вакцинации в лечебных учреждениях мы обратились к представителям центральной городской больницы, первой городской больницы об организации выездной вакцинации, на что они откликнулись на нашу просьбу, за что им большое спасибо, так как это позволило нам без отрыва от производства вакцинировать людей. Привившимся людям руководители структурных подразделений, там, наверное, по мере обращения или по желанию представляют отгул, наверное, как в рамках реабилитации. На сегодня вакцинация на этом предприятии закончена. Завтра у бригады врачей новые заводы и офисы. Нелли Юрьевичус, Сергей Емельянов, Республика.